Здравствуйте, это консалтинговое агентство Mobdi.com. Сегодня у меня новость для граждан Украины, живущих в Турции. Если вы гражданин Украины и приехали в Турцию, вы можете получить вид на жительство, несмотря на то, что большинство заявок отклоняют. Для этого вам нужно будет подать заявку и нужные документы в иммиграцию. Также, если у вас нету вид на жительство, вы просрочили визу, или срок ВНЖ давно закончился, вы все равно сможете получить вид на жительство. В этом случае вам нужно будет оплатить штраф и также подать заявку и предоставить нужные документы. Для подробной информации обращайтесь по номеру телефона или электронной почты. Также можете посетить наш веб-сайт.